Когда я приехала, я тебе больше скажу, когда я только приехала в Майами, и я не знала, кто я, что я, у меня не было денег на жизнь, и последние деньги, часть у меня украли, вторую часть я инвестировала в наставника, который оказался мошенником, и у меня, конечно, была такая, скажем так, депрессивная ситуация от безысходности. Соответственно, что я в первую очередь сделала? Я подумала, окей, я готова работать руками, лишь бы выжить, что я могу сделать? И мне позвонила моя ученица, которая когда-то была у меня в коучинге, и сказала: Кейт, я тоже живу в Майами, у меня свое агентство Housekeeping. У меня сегодня не вышла на работу сотрудница, если хочешь, поехали со мной. Уборка дома я тебе заплачу, это большой мэншн в Уэллингтон. Соответственно, рабочий день стоит $500, если тебе подходит, то поехали со мной. И ты знаешь, я, конечно же, для меня это был подарок небес, я поехала, и когда я ехала, я думала, а как я буду мыть дом, если никогда этого не делала? Если у меня всю жизнь у самой была горничная. Ну вот как я буду это делать качественно, ведь мне люди деньги платят. Мне было настолько, ну назовем, как-то не по себе, да, вот такой синдром самозванца. Я думаю, ну вот как я приду и буду мыть, а я не умею. Я пришла, и благо, что я была со своей коллегой, да, которая меня обучила, за которую я прямо ее копировала. Но на следующий день она сказала: Кейта, поехали завтра снова. Я говорю: вы знаете, позвольте мне купить курсы для начала. Вот у меня сейчас есть $500, я хочу купить наставника, который меня научит держать мап, там, разбираться в этих ведрах, вообще как кровать заправлять. Для меня это все сложности. Да, я заплатила $500 и прошла консультацию, как это делать. И на следующий день, когда я приехала в этот же дом, скажем так, прибрать вторую часть дома, я встретила, собственно, самого хозяина. Я не смогла удержаться, я продала ему коучинг. Я просто не смогла удержаться. И тогда я поняла, что вот они мои таланты, мои самые настоящие таланты. Это не полы мыть, что тоже является благородной работой. И я благодарю небеса, что я этому делаю, научилась. И я с большим удовольствием дома это тоже делаю. Да, несмотря на то, что у меня сейчас тоже есть горничная, но все равно мне это все пригодилось. Но я быстро проявила свои истинные таланты. Да? Искусство продавать себя дорого, и продала коучинг. И клиент был доволен, он заплатил мне $5000, не 500, как это было ранее, а 5. Потому что, почему? Потому что у меня есть опыт, потому что я всегда инвестировала в своих наставников и выкристаллизовывала свое мышление, видение, понимала, как себя упаковывать дорого. И, конечно же, эти инвестиции, они быстро окупаются, когда у тебя есть мотивация реализовывать свою миссию. Но когда я провела ему коучинг, я снова выгорела, я поняла, что мне это уже не интересно, я хочу больше денег, и я вообще не хочу выходить из дома, я хочу работать онлайн. И тогда я стала искать следующих наставников. Я прошла путь за 5 лет, да, я еще раз говорю, что, да, 5 лет молчания, одиночества и погружения в себя. Мне было интересно, я, скажем, талантливо распаковываю личности, я талантливо создаю дорогие инфопродукты и очень быстро всю жизнь этим занималась и хорошо продвигаю экспертов. Мне это нравится делать, я этим горю. И когда ты мне говоришь, что Кейт, вы ментор по личному бренду, да, у меня ответ, да, у меня сердце горит. А когда ты скажешь, Кейт, вы учитель йоги, для меня это обесценивание моего потенциала. То есть я всегда корректирую, когда меня называют учителем йоги. Я говорю, да, я была когда-то, в 20 лет, да. В 30 лет я была коучем, продюсером. Но все эти бизнес-модели, они меня больше не устраивают, потому что есть единая всеобъемлющая бизнес-модель под названием ментор, который включает в себя все, весь опыт, но в системе. А система ментора – это его инфопродукт. Поэтому я считаю, что тебе нужно с этого начать. Что ты заслужила в своем зрелом возрасте понять, так кто же ты на самом деле? Так в чем же твоя миссия? Так в чем же твои таланты? В чем же твоя гениальность? И уже прожив это, ты выйдешь в мир совсем с другим видением. И там не нужно себя рекламировать, там даже таргет не нужен, там люди и так придут. У тебя мышление другое будет. Не будет суеты, а будет четкое понимание самоценности. Вот я, допустим, со своими клиентами не торгуюсь.
Если мне клиент хочет идти в персональное наставничество, это стоит 20 тысяч долларов, я не торгуюсь. Потому что я понимаю свой ресурс и свои возможности. То есть дешевле я не могу, потому что у меня время лимитировано. И если мне сейчас предложит кто-то провести массаж, либо йога-занятие, как я могу выхолащивать свою энергию на это? У меня у самой есть коуч по телу и массажист. Я им плачу. Но свой фокус я держу на клиентах. И фокусируюсь я только на одном продукте. Только на одном. Я не продаю шампуни, валенки. Я продаю только себя, только свое наставничество. Бью в одну цель. И поэтому есть результат.